Всем привет, с вами FIFA Прогноз, в студии я, Амир Сабиров и Глеб Нигмати. Глеб, привет. Ну что, клубный чемпионат у нас подошли к концу. Впереди чемпионат Европы. Сборная России к нему уже готовится в полной степени. И первый матч у нас контрольный был с Польшей. 1-1 они сыграли. Да. Сейчас у нас Болгарии. Уже Россия фаворит в этом матче. Ну, это естественно. Но посмотрим, какую тактику предпримет Болгария. Посмотрим, что будет. Давай посмотрим, что у нас коэффициенты говорят. Да. Давай озвучь Россию. Так, Россия, значит, 1x ставка 1.47. Достаточно такой интересный получается коэффициент. Так, Winline 1.48 и Fonbet 1.49. Ну, везде одинаково, да? Да. Примерно. Давай, Болгария, 8.50, 1x ставка, 7.37 Winline, 8.70 Fonbet. Вообще не верит Болгарию? Вообще, да. Просто... Болгария просто. Видимо, она действительно сольет катку. Так, давай, ничья 4.40, 1x ставка, Winline 4.09, Fonbet 4.15. Ну, в ничью тоже не верит. Ну, скорее всего, верит в победу России. Оно и есть. Ну что, посмотрим? Да, давай глянем, как пойдет. Давай, ты за кого? За Россию? Я за фаворитов, как всегда. Давай, я за Болгарию. Давай. Поехали. Ну что, поехали? Да, разыгрывает мяч Россия. И проигрывает. Это твоя любимая фраза. Сегодня такого не будет, потому что сегодня матч у нас достаточно несложный для России. Попов. Так, сегодня... Русской фамилии. Ого, вот это да, Амир. Так, отняли же мяч. Почему не за Россию играть, интересно? Не выиграл. Опа. Нет, ох, у меня не здесь хорошая удар. Защита. Миранчук. Кто это, Кузяев? Угу. По левому флангу. Навесик. И забиваю, ну что? Нет, пенальти нет? Нет, пенальти нет. Все в пределах правил. Все хорошо. Ну вот первый момент, да, опасный? Да, было неплохо. Так, сейчас Фернандес. И... Забивай! Эх, Марио! Не забил Марио. Вратарь надежен. Так, угловой. Сейчас пробивает. Эх, был бы Дзюба, да? Жикье. Да, Глеб? Дзюба, да, но вот, к сожалению... Почему-то разработчики решили не добавлять его. В сборную? Ну ладно. Даже не знаю почему. О, вот сейчас есть момент. Давай, забивай. Эх! Повезло, повезло. О, Черчесов. Смотри. Какой детализированный дядька. Ага. Луков. Это... Луков, кстати, у меня вратарь. Тоже с русской фамилией. Еще один игрок с русской фамилией. Так. Давай. Мне кажется, у меня сегодня будет прям разгром, как ты думаешь. Ну, слушай, ты еще пока ни одного не забил. Опа, Фернандес. Так. Фернандес, давай. Фернандес, иди на защиту, куда ты прорвался в середине. Так. Гранчук снова. Ну, ты смотрел чемпионат мира в 2018 году? Смотрел. Помнишь матч с хорватами? Да, было. Какой гол забил Фернандес? Ой, да, это было шикарно. Эх, да, лучше не вспоминать. Шунин спокойно. Как Россия проигрывала другим командам. Давай лучше вспомним. Давай вернемся к Болгарии. Да. Я хотел вспомнить о матчах, когда Россия выигрывала. Ну ладно, давай вернемся. Таких матчей очень мало, поэтому я не буду вспоминать. Кто Семенов? Кто Семенов? Кто Семенов? Семенов — это игрок, дружище. Семенов — пятый номер, да. И кто, Кузяев опять? Так, 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 так. По левому флангу. Навесик. И? Ну, голова, ну что? А как? Фу, пронесло. Так. Все спокойно, спокойно, ребята. Кранчук. Краев. Кто это? Ионов. И сделал хороший пас Ионова. Хороший пас в мертвую зону. Да, надеюсь, на чемпионате Европы он такие пасы делать не будет. Ну, я не знаю. Иначе Станислав Саламович его поставить на лавку. Не знаю, где играет Луков. Но фамилия у него очень русская. Но явно не Барселона. Явно не сборная. Явно не сборная России, да? Не сборная России, да. Ладно. Так. Это что-то странное. Мне казалось, здесь желтый. Дальний удар! Слушай, Айсен залетел. Айсен залетел. Ну, я подготовился, у меня прям рука была на джойстике. Ага. Ты умеешь управлять вратарем? Дружище, да?
Так, ну что у нас? Статистику. Подошел к концу первый тайм. Угу. По ударам 5-2. Ну, владение у нас чуть-чуть, кстати, больше у меня, не намного. Ага, главы 2-0. И офсайда 1-0, у меня один офсайд. Пока что нарушений нет. Точность пасов 87, точность ударов 0 у меня, потому что ударов просто нет. Ну что ж, зато прорывался. Пытался, да. Ну что, реализовал, поехали дальше. Момент. Ну что, начинает Болгария. И выигрывает. Нет, заканчивает матч. Давай. Головин, что сделаешь? Болгария. Чему тебя научили в Монако? Что-то пытается сделать Россия. Да ему ничего не учили, похоже. Судя по тому, как сегодня он играет. Ну слушай, ты им управляешь, не забывай. Ну слушай, это прям жестко. В прошлый раз не забывай, был жесткий матч, так что... Ну, выиграл ты я? Выиграл ты, да, я не спорю. С большим трудом. Сможет ли... Кудряшов, ну-ка. Давай, забивай. И прошел Кудряшов, ничего себе. Было бы неплохо, если бы он забил. Неплохо, неплохо. Не пойму, что ты хочешь сделать с такой командой. Давай. Офсайд. Офсайд? Дружище, да. Ну вот, первая моя атака и офсайд. Вот. Что я не вижу активности у сборной России совершенно. Никакой. Что? Что это за... Вот он момент, что первый это будет. Такой? Нет! Иванов. Фух. Я немножко испугался. Эх, Иванов, Иванов, ладно. Ну, Иванов прям звездит сегодня. Ага. Сейчас пройдет. Смотри, внимательно. Да. Шикарно. Хорошо. Великолепно. Хорошо, ладно. Блестяще. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Чершев, Кудряшов. Так, сейчас будет. Давай, Кудряш, за... Великий финтер. За дублем пошел, да, Кудряш? Да, мне кажется, да. Спокойно. Ну, это прямо... Эх, о, передачи если такие. Если бы я переключился вовремя на него, а? Передачи прямо перед вратарем, зачем? Ай, забыл, я же управляю им, точно. Да. 85-я минута. Да, 1-0. Неразгромный счет, но Россия вырывается вперед, оправдывает ожидания. Чершу слева, держать его, не пускать. Опа! И... Как? Гол! Как? Гол, да! Как он красиво забил, я даже еще раз хочу на это посмотреть. Это кто, Головин? Да. А, нет, это Соболев, какой Головин? Ну, похож. Хорошо. Мы, кстати, заменили же Головин. Ну-ка, давай посмотрим. Смотри, два. Ой. Два защитника Болгарии. Ой-ой-ой, как просто красиво. Стоят. Ладно, выпускаем их. Охраняет красоту. Кукурузу, ну ладно. Невозможно смотреть долго на это. Кукуруза? Посмотрим в реальном матче, да? Ну, в реальном матче не будет такого. Давайте, хотя бы не в сухую. Болгарцы! Нет. Здесь будет. На! Нет. Здесь будет прямо-таки навесик в сторону российской команды. Все? Ну что, и все, 2-0? Все. Да, 2-0. Вот разгромный так, счет. Бесславно. Болгария сыграла. Ладно. Ты так сказал, как будто у тебя были какие-то надежды. Давай сразу к статистике. Угу. Что ну, у нас? Здесь уже прямо слив по владению мячом. 62-38, да. Еще меньше у меня стало. По ударам 8-5, по ударам створ 6-2, кстати. Угу. Угловые 2-0, офсайды 2-0. Нарушений нет. Сыграли прямо... Точность ударов 40. 75%, кстати, ничего себе. Точность пасов 86-79. Слушай, ну, по делу, скажу. По да? делу, по да, делу. По делу. Все Выиграла прогнозы Россия. Сбылись, смотрим матч в реальной жизни. Да. А, так, ну что, вот такой у нас исход. А, Россия обыграет Болгарию со счетом 2-0. Ничего удивительного, в принципе. Да, как и прогнозировали наши букмекеры любимые. Да. Как думаешь, возможно? Возможно. Так и будет? Возможно, но мне кажется, Россия даже больше забьет. Да, Болгарии. Но мне тоже так кажется, потому что... Потому что мой потому уровень. Потому что Россия играл ты. А если бы ты играл, думаешь, что-то тебе изменилось? Да, естественно. И сколько бы было бы? 5-0 минимум. Ну ладно, ладно. Ладно. Ой, понтовщик. Ладно, спасибо тебе за игру. Спасибо тебе за игру, Глеб. Давай. Смотрите матч в реальном времени. Да. Увидимся.